Сергей Ильич, показалось, что это был идеальный кубковый хоккей. Ноль в обороне, три забили. Французы нам вообще никаких проблем не доставили абсолютно. Показалось, ну, почти идеальный. Потому что все равно была ошибка в первом периоде. И когда один игрок перед воротами остался, он мог попытаться сам что-то сделать. Но он стал искать передачу, момент ликвидировали. Но с другой стороны, по настрою, по отдаче, по всем звеньям, ну, очень хороший хоккей, но далеко еще от предельного, потому что, ну, видно, что игру уже где-то пол игры, когда второй забили, уже играли на классе. Уже вот контроль игры был полный, но таких сверхусилий не прилагали. Какой факт вас радует больше, что сборная России больше всего забивает на этом турнире или меньше всех пропускает? Ну, по большому счету, проверки защиты еще вообще не было. И ни одного матча, где бы на наших защитников была нагрузка такая, что они там, ну, еле-еле справлялись. Поэтому я по защите не могу сказать. А то, что пропускаем на ноль, ну, у нас лучшая бригада вратарей тут наглость просто. Тьфу-тьфу, конечно. Просто настолько здорово Василевский сыграл два матча, но о Бобровском просто доминирующий вратарь. Сравните, пожалуйста, с 2012 годом, когда мы вышли в полуфинал, тоже 8 побед из 8. В чем отличается эта сборная и этот турнир от того, что было два года назад? Может быть, тут соперники слабее? Ну, это точно. В группе-то у нас вот матч с Финляндией был действительно битва такая, на и в физическом плане, и в тактическом. Но мы там здорово забили, поэтому мы уже, ну, могли спокойно контролировать игру. Что касается здесь, ну, по мне, если бы сегодня Швеция выиграет, то по большому счету вот этот полуфинал, финал будет для нашей сборной по-настоящему проверка. Я так, в принципе, и думал. И то, что мы обыграем французов, конечно, проще сейчас говорить, когда уже игра закончилась. Но я так 5-1 перед игрой поставил, там, да? Всем сказал. Ну, 3-0 сыграл. Вы сказали нам как раз в прошлой передаче, то, что французов мы обыграем, вы уверены. Ну, конечно. Это ваши слова были. Опять же, разовью мысль, то, что Франция здесь выходит в четвертьфинал, то, что тут Латвия там имеет шансы цепляться, это действительно показывает, что очень мало звезд приехало, и турнир в олимпийский сезон ниже, чем обычный чемпионат мира. Ну, особенно вот этим американцы, конечно, там, привезли слишком молодую команду, да, попали в четвертьфинал. Если бы они попали в полуфинал, это вообще будет просто такой вызов всему хоккею европейскому, что там приезжают там юниоры, студенты и спокойно в полуфинале. Но чехи не дали им выйти, хотя там на предпоследней минуте два пропустили. Я думаю, очень нервный матч, концовка была. Знарок сказал, что ему в полуфинале хотелось бы видеть Беларусь. Он не стал юрий, говорит прямо. А, вам? А золото, что он не хотел получить сразу перед полуфиналом финала? Нет, ему задали вопрос, кто вам лучше в полуфинале, Беларусь или Швеция? Вот ваша точка зрения, кто лучше? Ну, проще Беларуси, но мы будем играть со шведами. Ну, что тут задавать вопрос, конечно. Без всяких этих вариантов. Потому что все-таки они играют дома, белорусы. У них там есть какой-то судейский фактор здесь. Там и есть как-то поддержка великолепная. Судейский здесь фактор, он был на каком-то этапе. Сейчас он его не будет ни за что. Сейчас просто будет спорт. И чего вы ждете от матча со шведами в полуфинале? Потому что мы им, по-моему, проиграли, да, на Евротуре последний? Да, ну я жду просто, что какая у нас сборная, как мы хотим выиграть золото, как мы можем играть с командой, с очень хорошей, да, без НХЛовцев. Я их смотрел с канадцами, очень приличный коллектив, мастеровитый, здорово обученный, вратарь неплохой. Может быть, защитники там так послабее, это вот наш плюсик будет, что с этим защитником мы сможем разобраться. А так, отличная команда, в отличный хоккей играет, тем более они играют в хоккей. И вот это не мучение, там, когда там, сами не играют, другим не дают. Они дают играть и сами играют, и это будет достаточно открытый хоккей со стороны шведов, по крайней мере. Пара последних вопросов. Справедливо ли то, что именно сегодня сидел Кузнецов? Именно Кузнецов? Да. Именно он. Он играл слабее, чем от него ждали. Это точно. Он должен проблемы искать в себе, а не в тренерах. И вы думаете, что на полуфинал будет то же самое ситуация? Или все-таки может что-то измениться? Ну, там еще целых два дня там кто-то может заболеть или что-то. Но объективно вот на этой позиции Кузнецова Калинин смотрится предпочтительнее. Он бьется больше, борется агрессивнее. Кузнецову надо прибавлять. И я не думаю, что вот этот чемпионат он себе занесет в актив. И пара слов буквально по здоровью Овечкина. Показалось, как он может быть чуть-чуть слабее, чем обычно. И потому что Тихонов вот передвинут во второй сезон, немножко растворился, может быть, не так эффективен, как раньше, или все-таки не волнует вас? Нет, опять же, что на Овечкина все играют, все большинство построено, чтобы именно Саше дать забить. Не то, что вот комбинация на него построена, просто все хотят, чтобы Овечкин забил, и ищут его. Поэтому вот очень много передач, которые могли бы отдать.
не отдаются. А вот Тихонов, опять же, вот и Кулемин, вы же видели, там человек выходит один на один и отдает, как выражение, с каналя на аут, отдает Малкину. Тут даже и не ждет. Поэтому вот такая игра, ну, хотят, чтобы вот наши звезды, которые приехали, и как бы им тяжело не было, они приехали сюда, играют за Россию. И вот ребята хотят, чтобы они, ну, забивали свои голы, потому что это вот по-настоящему, вот я вот общаюсь, ну, с руководителями, и с ребятами, и они вот настоящая команда. И вот очень хотелось, чтобы этой команде было все хорошо. Спасибо.